Маленький швин, который вы купили, приехал на задний двор. Какой еще швин? Я купил швин 47-го года выпуска за 2500. 2500? Ты шутишь? Расслабься. Он стоит больше 3 штук. Перестань. 2500 — это слишком много для велосипеда. Надеюсь, это нечто особенное. Иначе придется заставить этих идиотов выписать мне чек. Во-первых, это не велосипед. Но в свое время это были самые крутые байки. Мы называли их УИС. Тогда вещи делались на века. Не то, что пластиковое барахло, которое выпускают сегодня. У меня такого не было. А у моего друга Карлтона был... Я объездил на нем весь город. У тебя в детстве были друзья? Что? У тебя в детстве были друзья? У меня всегда были друзья. Они все умерли 200 лет назад. Заткнись, Чамли.